Всем доброе воскресное утро. У нас сейчас 7:30 утра. У нас, кстати, перевели часы, поэтому рассвет даже еще не произошел. Хотя, это нет, солнце сейчас только встает. А я приехала на барахолку, вчера я здесь не была. Вчера мы ездили на остров, там заезжали мы в обычный трифт-стор маленький, где я нашла всего лишь 10 вещей на продажу. И леггинсы Lululemon для себя и одни штаны для Кэтрин. Так что сегодняшняя задача – найти как минимум 50 вещей на следующую неделю. Надеюсь, мне это повезет сегодня сделать, найти. Снимаю, пока не выключили музыку, потому что сегодня здесь очень-очень шумно. Музыка здесь спереди, музыка сзади у них играет. Платок интересный. Надо взять посмотреть. У меня уже полный мешок добра, что меня очень-очень радует. Chops Raw Florin, какой-то размер. Extra large. Extra large, возьмем этот. Вот здесь девчина рядом со мной ходит, работница. Так, что здесь произошло? Это лен, кстати. Хороший такой лен, льняная рубашка. Можно взять посмотреть. Значит, она здесь, пока не открылся магазин, мы видели это. Она здесь ходит с телегой и собирает, выбирает какие-то вещи в отдельную телегу. Это тоже, кстати, лен, размер small. И это лен. Смотрите, сколько льна. Льна здесь хорошего. Хочу взять, посмотреть. Вот, значит, она собирает это в телегу и куда-то возит за. И вопрос в том, куда это уходит. Но про себе она набирает эти вещи. Так, это что у нас? Эллен Фишер. Либо это вещи, они на перепродаже куда-то, может быть, на сайт выставляют. Но здесь проходит сейчас конкретный, без палева, как говорится, выбор вещей. Наглую прям уже. Собирает из бинов и забирает это все. Вот, такие вот дела. Одна из новостей. Так, что за платье такое интересное? Анна. Ну, порванная. Порванная лямка, что ли, здесь? Levi's Premium Denim. Это нужно брать. Так. Пойду я выложу все, что я набрала, там у меня уже полная телега. И буду возвращаться дальше, искать добро. Народу сегодня немного, видимо, часы забыли перевезти, спят еще. Ну что, плюс большой для нас. Думаю, вещей 10 я уже нашла. Продолжаем наш поиск. Вот здесь я остановилась. Буду снимать, пока они снова музыку не врубят. Летняя Муа-Муа. Не знаю такой фирмы. Woolen Mills. 100% шерсть. Но она все. 100% шерсть. Все в 100%, как говорится, пятнах. Вот. На прошлой неделе я выставляла по 12 вещей в день. И где-то на 15 вещей за прошлую неделю я продала обычно. Обычной нормы, скажем так. Так что продолжаем. Это что? Продолжаем. В том же духе, как говорится. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас только почти что каждый день. Мне приходится делать доставку. Какой свитер интересный. Avenue Sweater Collection. Лос-Анджелес. Такого черного. Вот. Отношу к своему консьержу по 10 в день. Если будет по 20-30 продаж в день, тогда мне уже придется, это Эдди Бауэр, самой ездить, детская, с дыркой. Самой придется тогда уже ездить, наверное, во время своего обеденного перерыва для того, чтобы отправлять товар. Ну, посмотрим, что будет из этого. Фирма Джордж. Это что-то интересное.
винтажная из льна, вот такая вот фирма интересная. Нашла от All Saints какую-то женскую футболку. Пятая Авеню, какая-то вещь здесь интересная. Так, это что? Шейн, я все хочу, знаете, найти фирму BB. Вернее, я их находила, но все время какие-то маленькие размеры, либо там еще что-то. Попробовать. Я ни разу такую фирму не продавала, но слышала тоже от других реселлеров, что она тоже продается. Так что вот. Хочется попробовать. Это что такое здесь? Нарядное. Гэп. Далее какая-то. Носки нашла новые с Микки Маусом. Самая главная находка сегодняшнего дня. Бас. Шон Джон. Так, это что? Хобби Шоу. Но они все протертые. Хобби Шоу я один раз нашла пару недель назад. Смотрите, какой детское одеяло с динозавром. В отличном состоянии. Новые с этикеткой я нашла эту фирму Хобби Шоу. Вот, это классная. Дисней. Детская такая, смотрите. Курточка, но здесь пятна. А так бы я ее взяла с удовольствием, продала бы ее. За 20-25. Детские вещи продаются. Микки Маусы всякие. GB. Не знаю, такое. В барахло я даже не ходила, потому что думаю, что там делать уже нечего. В любом случае, я посмотрю попозже, но сейчас главное для меня это вот здесь вот найти как минимум 50 вещей на перепродажу себе. На прошлой неделе, помните, я брала Gap футболки на пробу. Я взяла их 4, что ли, нашла. А 2 из них уже я продала за 10-15 долларов. Не за много, но они были проданы. Вот эти мужские большого экстра-ладж размера. Так вот, делюсь своими опытом, как говорится. Помните, я беру некоторые какие-то фирмы на пробу, смотреть, что и как. Вот, значит, фирма Guess мужские вещи прошла мое испытание, мою пробу, скажем так. Все, музон пошло. Как-то не раздражают с этой музыкой. Со всех сторон, причем еще. Эйлин Фишер, вот такая вот блузка. Но здесь эти пятна не отмоются. Так, что это? Неизвестно что. Это все старые бины. Сейчас будут вывозить уже новые. Надеюсь, это мадам еще не успела там вытащить. Эти она все перерыла, это я все видела сама лично. Такой есть американский флаг. Смотри, вот эти барахло. Не одежду перебирает, видимо, сзади, а одежду уже в открытую прямо здесь. Перебирает, забирает. Холлистер. Так. Ой, нашла какое-то одеяло от фирмы M&M's. Надо посмотреть, что за одеяло. Возможно, какой-то винтаж, а возможно и нет. Так, безрукавка какая-то интересная. Мужская фирма Sun.
с петухом, с каким-то. Так. Monobee такой фирмы я видела. Ты это слышала? Надо взять, посмотреть Bongo. Это что такое? Limited. Новые бины вывозят. Я пока в старых здесь роюсь. Какая-то блусочка от Ann Taylor. Возьму, потом посмотрю. Кстати, сегодня здесь пришла та девчонка. Вот, от Madewell какая-то Texture and Thread. Которая с мафией на прошлой неделе здесь это ругалась. Так что, может, сегодня будет весело здесь снова. Посмотрим. Шампунь вот нашла я. Шампунь. Так, кашемир. Возьму. Мафия ругается, что-то там. Они ругаются, они так разговаривают громко. Шутят что-то они там. О! Видите, какая шапка. Мафия сегодня в хорошем настроении. Интересная вещь. Без имени, без названия. Тру-тру, правда-правда. Название фирмы. Пыталась фирму найти этого платка, но, к сожалению, фирмы никакой там нету. Так. Помните, рубашек много я находила от Ralph Lauren. Одна была продана за $20 за полную сумму, как я выставляла. J.Crew 16 шорты. Надо брать. Нет, не надо. Здесь пятно. А так бы такая продалась хорошо. Чулки. Бренди. Два платья нашла на прошлой неделе. Так, это что за тряпка? Тряпка, юбка, что это? Покрывало, неизвестно. Вот есть фирма у этой тряпки, называется West Elm. Покрывало какое-то. Что за материал-то? Бамбук. Кашемир даже есть. Можно взять, посмотреть. Нашла несколько худи от Nike с что-то там университета Майами. Будет посмотреть. Вообще, моя тачка уже полная. Меня это радует. Но в любом случае, 50 вещей у меня еще нету. И все вещи мне еще нужно будет пересмотреть. Смотри, какое красивое платье. Forever 21. Такое интересное. Очень красивое. Forever 21. Так, это что у нас? Фирма Allen. Такая интересная вещь. Allen Jolly. Хочу посмотреть, что за фирма. Все выпадает уже. Неудобно. Рыться. И телефоном снимать. Вот такая жилетка есть. Становится жарко. Оп. Так. Так, это что за интересная такая вещь? Рыбок и кроссфит. Такая вот маечка. Знаете, что они собирают? Джинсы. Джинсовые вещи. Там целая
Желтая такая уже корзина у них забитая джинсами. Вон там, видите, стоят желтые корзины. Обе корзины, они полностью забиты. То, что она навытаскивала. Работница здесь, то, что я вам рассказывала. Куда это все пойдет? Неизвестно. Наверное, продают реселлерам за $5 за вещи. Ладно бы вы хотели, чтобы, не знаю, люди хоть не видели этого, прям в открытую, в наглую. О, новое барахло мы там увезли сейчас. Будет сейчас там веселуха. Но я хочу здесь порыться, мне нужна одежда. Lucky Brand джинсы, но они рваные там немножечко. О, все. Пошла. Веселуха пошла. Пойду посмотрю, там есть как раз таки возможность подойти. Пойдем посмотрим. Что здесь интересного, может, завалялось? Барахлище. No, not yet. Здесь нет глаз, я смотрю. Новый абсолютно. Микаса. Так. Еще одна коробка. Это барахло новое, это что вывезли. Смотрите, сколько здесь таких вот. Plant food. Из разных штатов. Или стран. Вашингтон. Это у нас Коста-Рика. Смотрите, какой dreamcatcher есть. О. Новую одежду вывозят? Да. Одно барахло, ничего интересного. Ничего интересного. Так, я хожу вам показываю здесь. Сейчас мы пройдем с вами как раз таки возле тех двух желтых бинов, которых они насобирали уже, чтобы куда-то вывозить отсюда. Вот они, два полных, абсолютно полных бина, забитые одежды. Это все вывозится отсюда. И она прям наглую ходит сейчас, эта девчонка, и собирает еще одежду. Нормально, да? Бизнес прям в открытую здесь они делают. Кто-то прибарахлился, посмотрите, тачка полная. Нашла 34 вещи. Мне нужно еще как минимум, наверное, вещей 20 найти. Так что не уходим, пока все не найдем. И как раз таки сейчас вывозят новые бины, и буду надеяться, что там что-то я найду для своих перепродаж. Юбка интересная такая. Carol Little Sports, made in India. Смотрите, какой лыжный. Inside Age, ladies, для лыж. Я не знаю, почему вот эти 3-4 бина пахнут прокуренные просто. Я даже не хочу туда подходить.
еще вот такой есть, педищи. Здесь я уже рылась. Фу, надеемся, что в этих кабинах не будут прокурены. Не будут какие-то вещи для меня. Что за фирма? Для гольфа какой-то. Холлистер. Нашла очень хорошую и качественную такую рубашку из льна неизвестной фирмы. Возможно, что винтаж. Я решила ее взять, потому что вещь очень хорошая, да, и качественная. Wrangler Extra Large. Время у нас сколько сейчас? 9:40. Время еще есть. Еще час я, наверное, здесь побуду сегодня и уже буду уходить. Посмотрим, если я смогу насобирать количество вещей, которые мне нужно на неделю. Если нет, то придется в какой-нибудь секонд-хенд еще заехать. Хотя, в принципе, можно и здесь остаться. Но здесь, почему я хочу уходить, они же в 10:40 выгоняют всех будут. Нужно будет расплачиваться и снова возвращаться. Венс. Кто-то их постирал, что ли? Нифига, это не Венс, это вот как называется. Daniel Cremix Collection. Fine Italian Fabric. Это может быть Венс, название вот этого. Винс. Винс даже не так пишется. Через И. Через Айн пишется. О, Armani Exchange. Так, 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 так. Ну-ка. Нет, пятна. Под мышками. Слишком большие. Так. Так. Так, что вывозят? Барахло. Пойду я. О, у них весы сломали, что ли, вот. И как они теперь будут все взвешивать, интересно. £36 я сегодня набрала, $72 заплатила. Какие же здесь, извиняюсь, работают люди, я просто в шоке. Но в то же время я же понимаю, куда я прихожу. Понимаю, но все равно они меня как бы бешивают. Ладно, пошла я домой, это все мне нужно приводить в порядок, стирать, фотографировать, выставлять работы выше крыши, плюс еще доставку, паковать, все искать. Так что вот, так вот, все покажу в видео находки.